Зачем вы бьете машину? А что вы делаете, инспектор? А что вы? А что он сделал? Вызывай суд! Вызывай суд! А что вы сделали? Вызывай суд! Звони 102! Я начал расписываться! А кто заснял? Кто? Поставить, а он начал писать. Да, так а вы что сделали? Вы начали машину план бить. Не надо. Вы машину начали бить. Как? Вызывать 102. Вызывать 102. Вызывай, скажи, что... Вам делать нечего, ребята. В смысле? Какой обычный? Вы только что заснято на видео, как он берет камеру и бьет по машине. У вас на камере. Смотрите, сейчас я адвокат и вам показываю, что написано, что графа. Тут же ж ми не будемо щось указувати, в листі піноліки там грати, писати. Інспектор, вони мають право написати все, що угодно. На своєму екземплярі, потім хай пише, що хоче. Інспектор. А на моєму екземплярі, я йому копію не вручу. Не вручайте. Нормально, на задрінні віки їздять. Народ, привет! В общем, позвонили только что к нам надзор Харьков и просят человек помощи. Остановили копы по поводу того, что якобы у него нету номерных знаков. Так вот, выехали мы оперативненько со своей командой. Сейчас приедем на место и будем общаться по поводу того, что ж им там не нравится. И человек говорит, что у него якобы есть номерные знаки, но они не такие. Ну, как-то так. В общем, я подъезжаю к месту и включусь. Походу жарко. Прикольно. Время. А что случилось? Я же вам объясняю, как все было. Он сказал, ждем адвоката, я сел в машину, ждал адвоката. Он показал вам, он показал оригинальные документы. По каким документам показывал? Не показал мне. Он, я же говорю, что показал. Загранпаспорт. Ты показывал документы? Да, показывал мне документы. Вы были, что он показывал? Здравия желаю. Вы сейчас заднюю включаете. Мы заднюю не включаем. Вы сказали, что мы... Я сказал, документы есть. Я говорю, ждем адвоката, я сел в машину, все. Вы начали нас фотографировать и так далее. А штампы кто говорил, что штампы зачем ставить на техпаспорт? Какая была причина остановки? Здесь нет было причины. Всем уже объяснили. Ну ничего страшного, вы же можете повторить, правильно? Вы спросите у водителя. Ну я у вас же спрашиваю. Отсутствие номерных знаков. Я же у вас спрашиваю. Я же объяснил. Ну я у вас спрашиваю. Что? 35-я статья, 10-й и 3-й пункт. 10-й и 3-й пункт? Да, 35-я статья, закон у нас был. А что он нарушен конкретно? Мы же вам объяснили. Почему? ПДД, какой он нарушен? Во время проверки документов он мне показал документы. Причина проверки документов. ПДД, вот. Нарушение. Да, вот. Я же вам объяснил. Какая? Я не вижу. Это номерной пункт, знак. Вы не эксперт. Пункт, есть документы все. Пункт, да, и 10-й пункт. Ну, в чем вопрос? Тоже. Я вам объясню. Смотрите, вы работаете по закону полиции и по ПДД, да, правильно? Да. Что он по ПДД нарушил? По ПДД я же объяснил. 10-й пункт. И у него номерной знак. В ПДД нету 10-го пункта. Нет, ПДД нет, ПДД есть. Я же спрашиваю про ПДД, про ПДД. На основании чего он должен предъявить документы? На основании 35-й статьи, части 10. Он предъявил вам пакет документов? Он мне вначале не предъявлял, он мне показал ксерокопию загранпаспорта. Может этот, вы на лист. Я еще раз повторяю, ты предъявлял оригинальный пакет документов? Человек говорил, что там стоят штампы еще, его это задело. Как на техпаспорте может стоять штампы? Там бы таможня. Нет, так вы не знаете, это же как... А у тебя уже постанову пишут? Да? Вы да? А вы уже постанову пишете? Добрый день. Добрый день. А вы уже постанову написали? Да. На основании чего? Да, ну, сейчас с вами пообщаемся потом. Сейчас закончим рассмотрение дела. Без нарушителя. Как вы писали постановление? Ну вы же находились там, вы должны были слышать, как. Что слышать? Что? Он должен был составлять постановление. Прошли до какой стадии? До какой стадии? Что? До той стадии, что сейчас знакомят его с постановлением. Вот сейчас его знакомят. А при чем тут стадия? На одном адресе.
Что? Ну при чем? Инспектора, вы на основании чего... Это вы приехали, хамить начали, что-то все нахвали, причина остановки. Но вы же тоже хамите, ребят, вы же тоже хамите. Вы составили постановление на отсутствие страховки, которое есть. Так пусть он предъявит, Так а вы что? Вы еще раз объясняю, вы писали постановление за что? Сейчас узнаете, сейчас будет озвучено постановление. Нормально общаться. Так нормально же общаемся. Вы одеваете форму, вы сразу становитесь другими людьми. Нет. Инспектор, а за что вы выписали постановление? Машина, закрой, пожалуйста. Мы сейчас исполнять. Мы с тобой нормально пообщались последний раз. Ты сейчас исполнять начинаешь. Я исполняю? Ну да. Ну, почему? Сейчас я с тобой пообщаюсь. Ну, да, я вручу постанову и тебе объясню. Так подождите, ребят, смотрите. Вадик, ты что, ты приехал, ничего не поменяй. Я выписал постанову. Поменяй, поменяй. Чего вы переживаете? Вы сказали, что вы не желаете со мной разговаривать. А вынесла писать... постанову? А за что? Знаем ли вас постановы? Откуда данные узнали? Все камеры включили? Да. Все я камеры. Сразу, я даже заявил сразу, что он не согласен с коронавирусом. Правильно? Вы подтверждаете это? Я вас сейчас ознакомлю, а вдали вы уже принимаете. Давайте адвоката ознакомлю. Серия, номер постановы, дата розыгрыша, сегодняшняя, адреса. Да я не пойму, а что он нарушил? Да можно? Я Дан Приченченко, відповідно особу, яку ви представляєте інтереси. Соловьов Василь Олександрович, 84-го року народження. Не общайся. Ви дозволяєте фіксувати дані даного громадянина? Звісно, дозволяю все. Все розрішаємо. Ребята. Що, ребята, то що? Ти дані показував свої? Я не знаю, как он запомнил. Откуда у вас данные инспектора? Предъявляю посещение. Ну, я так быстро показал. Типа. Красавчик. Молодец. Ты знаешь, что у них глаз, как у орла? Да? Конечно. Ты теперь посвящение водителя. Через базу пробил. Керували транспортным засобом Mazda CX-5, номерні знаки 6507 и А. Країни реєстрації... Инспектор, можно я вас перебью? Не, не можно. Можно? Грузия. Можно я вас перебью? Не, не можно. Сейчас обставлю. Хорошо, давайте, давайте. Водій, керуючи транспортним засобом на іноземній реєстрації, під час перевірки документів нема при собі діючого поліса безкоштовного страхування. Я сказав, що не правової педальці власники іноземних транспортних засобів. Чим порушили пункт 2. А є у тебе страховий поліс? Перевірили за допомогою бази моторно-транспортного бюро, запропонували вам. Это що, офіційна база? Хто ви, йдіть гуляйте, ну не заважайте. Пожалуйста, інспектор, так не розмовляйте. Тому що він вже влазить 10 раз. Пожалуйста, я вам ще раз говорю, не власти, пожалуйста. Ой, не власти, я говорю, не общайтесь. Правильно, не власти, ви самі сказали. Не общайтесь так, пожалуйста. Порушили частину першу статті 126, штраф 425 гривень. До постанови додається відеозапис даного реєстратора. 10 днів на оскарження, 15 днів на сплату штрафу. Копію постанови будете отримувати? Звісно. Треба поставити підпис. Підпис, не запис ніякий, просто підпис. Просто підпис. Постанову не згоден і підпис. Да. Ні, постанову не згоден, ви можете... Він має право написати. Він має право написати. Дивіться, я вам сказав, що страховка у мене є, перша. Якщо вас зафіксовано запис... на камері. І показувати я її вам не хочу. Це було, це зафіксовано у вас на камері. Дивіться, зараз я адвокат і вам показую, що тут написано, що графа. Тут же ж ми не будемо зараз указувати крестики-ноліки в замі грань, писати. Інспектор, він має право написати все, що угодно. На своєму екземплярі, потім хай пише, що хоче. Інспектор. А на моєму екземплярі писати не буде. Я йому копію не вручу тоді. З таким випадком. Не вручайте. Почему? Не вручайте. Як ви не вручите, якщо він хоче отримати копію? Він хоче отримати, але хоче указати, що з постановлением. Та ну не ставиться запис про... А хто вам це сказав? Хто вам це сказав? Дивіться, тут написано, тут написано. Є конкретно. Підпис особи притягнути до адмінвідповідальності. Запис про відмову від підпису або отримання копії постанови. Запис про відмову запишу я, поставлю підпис. Ви будете тримати копію постанови? Звісно, буду. Він має право написати, не згоден, і все. Пиши, пиши. Он имеет право написать. Он имеет право. Пиши. То, что тут пишется, а подпишите. Он может написать в протоколе. Инспектора, еще раз объясняю. Еще раз объясняем. Он имеет право в этой графе написать не сгоден. За ПГБ. Ну я потому что я по себе знаю. Я писал у него. Ну так и все. Какой-то базе. Вам нравится треша, пожалуйста. Если это был розгляд справи в сфере громадской безопасности, там не сгоден, стався протокол, цей запис не був. А в ППДД немає такого. Хорошо, а можете мені дати лістик, я напишу, поясню. Уже поздно. Не треба лістик. Уже поздно. Ну, не згоден пишу, звісно. Не згоден не наш. Будете писати, я забираю
Ну, забирай. Пусть в суде там мы все же покажем. Вы ведмовляетесь? Нет, он не ведмовляется, он не ведмовляется. А почему вы тогда не все? Может, можно все вот это подчеркать? Нет, чего он пишет? Не изгоды, не все. Нет, вот здесь она пишет, не изгоды. Вот здесь, не изгоден. Пиши, пиши. Инспектор, он расписывает, он расписывается. Дайте руку. В паспорте запись и подпись и все. Нет, он пишет вот здесь. Копию отримуете на адресу? Нет, дайте, не надо. Он хочет получить копию постановления. Воводский район, улица Радянская, 44. Инспектор. Инспектор, дайте, инспектор, пожалуйста, постановление. Инспектор, постановление. Инспектор, вы знаете, что вы человеку не даете воспользоваться его правами? А первое, вы забираете постановление, говорите о том, что он может, не может. Он напишет, не сгоден, потому что он не сгоден с тем, что вы вынесли постановление. Какой бланк? Ну там же графа четко, он же. Когда он его перечеркнет. Для чего он прочитал там графа это? Не для того, что. Инспектора, еще раз вам объясняю. Это в протоколе такое есть. Постановление такое. Послушайте, вы вынесли постановление, даже не рассмотрели дело человеку за то, что у него нет страхового полиса. Ты поздно приехал. А он есть. А чего вы не вынесли за номера? Мы дождались адвоката и все было. Почему вы не вынесли за номера? Потому что более серьезная санкция, я считаю, отсутствие действующего страха. А вы знаете, что он тогда не имеет права? А как же езда на вот такой летней резине? Да подождите, летняя резина. Ну так давайте эвакуируем его. Давайте. Давайте, вы же можете это сделать? Как конечно, вы проверили? Давайте. Давайте без давайте. Как вы проверили по МТСБУ? Тоже нет. Ну, так вы знаете, что... Скажите, пожалуйста, у вас там не все есть. Почему, когда за границу водитель едет, не все есть страховые полюсы? Не все. В СБУ в этой базе, или как нам звать, не все есть. Вам эта база не относится. Ну и это тоже. Не надо только нервничать, инспектора. Почему? Ну вы за... Не, она вам не относится, потому что вы... Да вы перегибаете все до палки, мужики. Вы палки перегибаете. Перегибаете, говорю. Перегибаете. Понимаешь? Перегибаете. Одели форму, все, вы боги стали, а водила терпила. Почему я сделал страховку? Почему я переобул на зимнюю резину? Да что ты говоришь? А почему он этого не делает? А потом зачем вы бьете машину? А что вы делаете, инспектор? Зачем вы бьете машину? А что он сделал? Вызывай СОП. Вызывай СОП. А что вы сделали? Вызывай СОП. Звони 102. Я начал расписываться. А за что заснят? Кто? Кто расписывает? Возьми это его в наушники. Я ему, хорошо, записано. Я ему дал подпись поставить, а он начал писать мне. Да, да, так а вы что сделали? Вы начали машину бланк бить. Бланк не надо. Нормально. Вы машину упала. Начали бить. Делай, делай, кто бил? Все. Короче. Как? Вызывай 102. Вызывай 102. Вызывай, скажи, что... Вам делать нечего, ребят. В смысле? Это тебе какой обычный? Какой вы только что заснято на видео, как он берет камеру и бьет по машине. Ну, это что, позволено или что? Второй экипаж сюда вызвали. Давай СОХ, давай еще им сюда АВАКа вызовем. Ну, надо будет вызовем. Вы же вызываете всегда. Кого мы вызываем? Да вы всех вызываете, кого понимаете? Мы всех вызываем? Подкрепление. Какое? Какое? Не звони. А у вас же нету подкрепления? Мы сейчас одни стоим. А можно нагадать полицию? Правильно, потому что вы беспределом занимаетесь. Нет, да. Полиция занимается, да, беспределом. Вы сами начните по закону работать. Побили машину. Да. Да давай просы, даже мигалки. Это есть у тебя разрешение? Это возле ресторана Индии. Вы должны... Недалеко. Да, да я тебе запрос еще раз говорю. Я делал запрос о том, что у вас нету мигалок. Когда вы его делали? Когда? Ну, в этом месяце. Незаконно остановили транспортное средство. Не дают расписаться, не дают расписаться в постановлении. Вынести. Отлично. Получение. И не дают копию постановления. Куда вы уезжаете? Куда вы уезжаете? Да. Вызвали мы сейчас сюда 102. Соловьев Василий Александрович. А где вас потом искать? СОХ знает, как где нас искать. Не знает, не надо никуда уезжать. Я вам еще раз объясняю. Только что инспектор поломал автомобиль. Где он поломал? Поломал автомобиль, поцарапал. А вы эксперт? Да, я эксперт. Какой вы эксперт? Да, я эксперт. Какой вы эксперт? Ну, что ты такой эксперт? Ну, на что я стартую? Ну, а что вы накаляете? Так это вы накаляете. Что за причина? Что за причина? Да мы так не приедем.
поцарапало. А что я, я ему не давал права идти в автомобиль, ложить туда постановление и писать. А чего вы должны право ему давать? Кто это такое сказал? Где это написано? Кто вы? Полицейский, сейчас нужно справку выявить. Что вы, инспектор? Все, до свидания. Инспектор, пожалуйста, не общайтесь так. Ну, я не понимаю, не эту норму. Инспектор, не общайтесь, пожалуйста, так. Понимаете? Я разрешаю, не разрешаю. Ты постановление не вручал? Дайте, пожалуйста, постановление. Потому что вы не дали расписаться. Вы начали руками махать, правильно? Я сам указал на запись, что... Ну, а зачем ко мне применять физическое воздействие? Ну, я повідомив, что я не буду. Копию постанови, тільки даю під підпис. А запись там... Так вы хотели расписаться, а вы выхватили. Вы выхватили постановление. Ну, дайте... Полицейский, дайте копию. Руками меня не трогать. Вот. Перед у меня доторкнетесь. Давайте, давайте. Давайте, давайте. А куда вы уезжаете, ребята? Подождите, дайте копию. Не надо, пожалуйста, орать. Не нужно, пожалуйста, инспектор, орать. Вы начинаете перегибать палку, такое и получается. Дайте человеку постановление. Он на камеру сказал, что он не відмовляється, инспектор. Он вам сказал, что он не відмовляється. Там же адвокат сфотографировал, он тебе распечатает копию, да. Есть еще этика полицейская, есть еще много распечатков. Я не могу понять, зачем этот цирк вы делаете? Ребят, вы кому присягу даете? А вы что делаете? А мы фиксируем этот цирк. Стойте, молча фиксируйте. Молча стоять? Это вы сказали? А я не хочу. Ну вы кому присягу даете? Запись про відмову поставил. Ну якщо підпис, я б ему дав поставил, так? Так он расписывал. Я не полицейский. Да он не расписывал. У меня был с этим инспектором суд, я могу сказать, что человек переступает вот всю норму закона. Он считает, что это правильно. Ему пытались объяснить, он не понимает. Он все равно продолжает. Другой бы сказал, да пиши. Вам повлияет, скажите, вам повлияет то, что там будет написано «відмовився». Там есть графа, там графинный. Скажите, пожалуйста, повлияет или нет? Повлияет. Или я неправильно? На что? На что повлияет? Ну, то, что будет пошкоджений бланк службовой продукции. Бланк, знаете, как будет пошкоджений? Когда его порвут, поцарапают. Если мы обжалуем в суде и суд примет, то вы всем на видео скажете, что вы нехороший человек. А нехороший человек будет кто-то другой. Все. Почему? Ну, если я сам инспектор, не угрожайте, пожалуйста. Зачем людям угрожать? Играть не буду, играйте сами. Идите, посуду помойте своей губкой. Инспектор. Отойдите от меня, чего вы поставили возле меня? Отойдите. Инспектор, не надо угрожать человеку. А никто ничего не говорить не будет, а что, в цирке или что? А, то есть вам самое главное постановление накатать, а правильно, неправильно, похуй, да? Вот я постановление. То есть вы отказываете, да, мне? Да, он отказывается. И в суд он потом не придет. Ну я в суд тогда не приду, вы мне отказались включить тут. Да он не придет. А, Вихусович, дальше вам движение запрещено. Сейчас еще вас увидим, поедете дальше, получите еще одно постановление. Не получится. Потому что у вас нет полиса обязательного страхования. Не получится. Соответственно, с правилом дорожного движения запрещается. Кто вам сказал, что его нету? Я вам лично говорил, что он есть. Ну, я вообще еще получше. Ну, я вам отказываю все. Нормально, на смотри, на каких ездят. Не ты, но... Чуть не наехал. Не наехал. Ты вменяемый или что? Это ты вменяемый или что? Я вменяемый, я нормально, адекватно разговариваю. Я нормально разговариваю. Понимаешь? Я вижу, что ты стоишь в стороне, на ногу тебе никто не наезжал. Ты видел вообще, куда ты ехал? Хорошо, размер ноги 50 на ногу наехал. Ты лучше я говорю, что на ногу не наехал. Я это сказал, я не сказал, что наехал. А никто тебе не провоцирует. Ну, чуть. Кто провоцирует? Ты сам начинаешь заводить. Ты больше всего заводишь бутылки. Я объяснил тебе, почему. Почему? Потому что ваши налетели сразу. В этот подъехал, штаны обрызгал, подскочил. Кто обрызгал? Причина остановки. Я говорю, ты тебя вообще не останавливает. Вот этот налог. Пацаны, вы выписали за страховку. Что? Страховка когда? В каких случаях предъявляется? В каких? 53-я чего? 53-я чего? 53-я статья закона Украины. Закон о дорожном рухе вы читали вообще? Читали. Давайте его вместе почитаем. Почитаем потом в суде, когда с ним встретимся. Не, давайте сейчас прочитаем. Сейчас мы не будем. Не будем.
будем? Не будем. Ну, нет желания читать часами. Почему? Ну, потому что ну, нет желания. Мы подъехали на блатном коне. И... На каком блатном коне? На блатном. А как я разговаривал изначально, нормально? Да вы сразу так с такими наездами. Какими? Вроде мы тут что-то, я не знаю, как, закон так нарушили, прям мы нарушили. А то, что он ездит без страховки, сейчас кто-то его лупанет, или он кого-то. А вы ездите, смотрите, у вас маячки установлены, у вас разрешение есть. Контролирующий орган проверят, есть. А вы контролирующий орган контролирует. Я подписал закон, где прописано уже конкретно где? Полиция. Покажите есть этот закон. Да ну что я вам буду показывать? Ну, пойдете, когда пройдете подготовку, будете уполноваженной особой проверять у полицейских. Я и так уполноваженная особа. Или идите в иншие органы, которые занимаются. Я и так уполноваженная особа. Проверяя полицию. Достать органов, проверяя полицию и их законность и деятельность. Вот туда працевлаштовуйтесь, я думаю, ВИК вам дозволяет. И потом проверяйте, кого хочет, и будь. Не, я вам объясняю то, что вы делаете по беспределу. Мы закон не нарушаем. Я говорю, нарушаете. Не нарушаем. Ребята, нарушаете. Вадим, до свидания. И вам не хворать. Вы не понимаете, давайте я вам объясню еще раз. Я ему еще раз объясню. Так нормально. А вот как это все бумажки, это фантики. Это знаете, как вот это. Ты в казну заплатил 100 тысяч, а это все фантики. Полицейский может такое говорить. Подождите. Ну как? Честно говоря, я не слышал, поэтому знать не буду. Я вам лично говорю. А вы в Торе кем являетесь? Заместитель командира роты. Заместитель командира роты. Совершенно верно. А командир роты кто? Командир роты Тор. Какой? Игорь Лисицын. С девушкой я общаюсь. А это командир... К чему хотите прийти? Да ни к чему, просто что Тор занимается беспределом. Копию постановления. Подпишитесь за получение копий. Но он напишет там, что он не згоден, он действительно не згоден. В чем проблема написать? В чем проблема, я не могу понять. Нет, на камеры было зафиксировано, что человек будет брать. Не, видимо, не подпись поставить, ему пояснили. Не подпись, а запись, не согласен. Ну и что? Ну хотел, и что? Ну и что? Это ваше, толкать, это ваше желание, его правильно? Толкать, бить машину, да, это все можно полицейскому делать. А? На видео есть. На видео. Да на видео есть, ну кто? Ну на видео руки все показывают. Ну зачем, да? Вы сейчас выставляете себя, извините за выражение, глупцом, блядь? Потому что на видео вы же потом увидите сами о том, как вы это делали. А сейчас вы говорите, я никого не толкал, ничего не делал. Зачем вы это говорите? Ну в прямом смысле. Не надо просто было портить службовую документацию. Писать, еще раз службовую документацию. Так он хотел подпись поставить и написать, что он не сгоден. Где написано? Написать, вот вы сами сказали, написать. Написать, что не сгоден. И что? Ну скажу, что нельзя это делать и все. Кто это сказал? А чем это запрещено? В смысле, чем это запрещено? Вы считаете, можно написать в постановлении все, что хочешь? И где? Там есть графа росписи. Он имеет право возле своей росписи написать «Незгоден». Может, «Незгоден» — это... Так вы спорите и так. Или подпись у него такая. Подпись такая у него. В рамках закона, вот страховки нет машины, пожалуйста. Правильно или нет? Да они ложили на это все. А послушай. Удивляется, почему у нас такое отношение? Ну смотри, ты говорил по закону. Ну это у полицейских проверят. Проверят. Вот есть заявители мыши. Давайте мы сейчас будем ходить и проверять все машины. Не, ну вообще кто документы закрыл. Ну сейчас полиция подъедет. Поехали. Кто документы? Вот если сейчас. Мы сейчас подтянемся тоже. Мы же не ездим в машине, проверяем. Проверяете. Сидите и мониторите. Едет сзади полицейский. И будете ездить до тех пор, пока не нарушите. Я же не езжу интернатом. Здравствуйте, а вы не забыли водителя? Ну, я тебя про это говорю. Я еду сзади, вот так проверяю. Ага, нету страховочки. Я жду. Не, ну бывает, в бафе ее нет. Бывает. Вот может у него бывает так, что он же ж не предъявил. Может она по ВИН-коду сделана, знаете? Ну тоже другой момент. Вы уже с инспектором это сделали. Он ее не предъявил. Народ, ну в общем вот так. Как-то по беспределу опять торовцы работают. Давай. Нормально. Понимаем, машина нормальная.
тебя даже бажання немає. Хоча ти поліцейський, у тебе воно должно бути. Понимаешь? Такими, як ми, немає. А как хоч у нас? Скажи, он такий провокатор. Все зробили по закону. Что вы сделали по закону? Не меньше, не меньше. Вы согласны, что вот эта база не является доказательством того, не является, что не является. Не является. А где это написано? У вас в законе о полиции. Написано, что не предъявление, не мав не присадить, або не предъявление. Ты с позиции, алло. Ты с позиции? Хорошо, покажите, где это написано, что база является доказательством. Кто вы так еще вам душу показываете? Не покажите, пожалуйста. Уже розгляд завершен, вы уже так само. Так его не было, так я ж вам сказал, хороший. Ну, народ, как-то так, в общем, снова Тор беспределит, пишет постановы. И все те же герои, которые у нас есть. В общем, все, вы знаете, что делать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.